Детское радио представляет. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Начинаем наше родительское собрание. С вами ведущая Елена Самойлова. Обычно в начале программы я напоминаю, что она предназначена для родителей. И детям ее слушать не стоит, но не в этот раз. Ведь на этой неделе мы говорим о кошках и об особенностях содержания этих животных в доме, где есть дети. Сегодня узнаем, с какого возраста можно оставлять малыша наедине с питомцем и что нужно объяснить ребенку о повадках и поведении кошки, чтобы избежать неприятностей. И обязательно выясним, что делать, чтобы кошка не испортила новогоднюю елку. Насколько я знаю, эта проблема беспокоит у многих. Может быть, про елку говорить и рано, но, как говорится, готовь сани летом. На этой неделе у нас очень интересный собеседник. Зоопсихолог, специалист по поведению кошек, переводчик с кошачьего, автор популярного блога «Я знаю, о чем мурчит твоя кошка» и книг «Я тебя понимяу, как понять язык кошки» и «Самоучитель, как правильно играть с кошкой» Анна Орлова. Анна, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Вчера мы с вами поговорили о том, как развивать, играя, своего кота. Немного поговорили о том, как подготовить дом к появлению питомца. Мы поговорили о том, что нужно убрать все химикаты, нужно убрать цветы и быть готовым, что какими-то цветами придется пожертвовать, что если вам принесут живые цветы, то их тоже нужно ставить так, чтобы кот не мог достать. И прежде чем он сможет их достать, точно прочитать, не вредные ли они для животного. Давайте поговорим еще о том, как подготовить дом к появлению котенка в семье, чтобы потом не было слез, что что-то случилось. Все члены семьи важно, чтобы еще договорились между собой, что кошке дома будет можно и что будет нельзя. Потому что если один член семьи говорит: ой, мне нравится, когда вот я работаю, она у меня вот тут рядышком на столе лежит и так далее, а кому-то другому это не нравится, и он ее сгоняет, ну, то есть кошка постоянно в каком-то диссонансе будет. Да, то можно, то нельзя, ну что такое? То есть нужно всем вести себя с кошкой одинаково. Тогда проще будет ее воспитывать и вырабатывать в ней какие-то привычки, ну, которые и вам удобны, и ей будут удобны. И очень важный момент в плане подготовки дома. Вот да, мы в прошлый раз основные такие моменты обсудили. Но что очень важно учесть еще перед тем, как вы заведете кошку, взвесить свои возможности. Потому что на сегодняшний день содержание животных – это не дешевое удовольствие, если вы хотите, чтобы питомец с вами прожил долгую и счастливую жизнь. Потому что есть такие базовые расходные, как бы, да, скажем так, ну, его нужно, да, грубо говоря, кормить, нужно чем-то наполнять, да, лоток и, ну, так далее. Ну, то есть, да, траты на какие-то расходники, да, это лоток, это корм, игрушки, это тоже все расходники, потому что они будут теряться, либо они будут ломаться. Ну, вчера мы поговорили о том, да, как сделать игрушки для кота из подручных материалов, да, и таким образом мы можем занять не только кошку, но еще и ребенка. Да, и важно также заложить бюджет на то, чтобы какие-то ежегодные посещения организовывать в ветеринарную клинику для общего осмотра, для какого-то чекапа организма, для вакцинации. Опять же, если вы берете котенка, то в будущем его нужно будет кастрировать. То есть на все на это нужно заложить средства. И это действительно можно спланировать, потому что вы знаете, там, в какую клинику вы будете обращаться, сколько это стоит. Но, к сожалению, невозможно спланировать тот факт и вот те суммы, которые вы можете потратить в случае, если кошка заболеет. А это такой же живой организм, и даже если вы покупаете у заводчика, и вам заводчик говорит, что все, там, мама, папа никогда не болели, и котенок тоже будет такой же, это не гарантия вообще. Это живой организм, у него свои процессы протекают, и они могут быть патологическими, которые могут проявиться с возрастом. И лечение, оно может быть очень дорогим, поэтому, конечно, должна быть какая-то финансовая подушка или, ну, другие способы, чтобы вы могли эту кошку вылечить, и чтобы она дальше могла жить с вами счастливо. Но про питание кошек мы еще поговорим подробнее. А вот мы договариваемся в семье, что мы кошке разрешаем, чего не разрешаем. Бытует мнение, что в принципе отучить кошку от того, чтобы она прыгала на стол, невозможно. И что если даже она не будет этого делать при вас, то когда хозяев нет, кошка все равно запрыгнет на стол и докажет, что она может по нему походить. Это действительно так? Это так, если вы не учитываете ее потребности, и если вы даже предоставляете ей, да, альтернативу, ну, скажем, вот у вас стол,
такой большой, вот на нем можно развалиться, полежать, и на него еще солнышко с окна светит, окошки любят на солнышке полежать. И в то же время вы ей, например, сделали полку в какую-то в темном углу, маленькую, узкую, на которую вот так вот не развалишься, туда солнце не доходит, ну, конечно, кошке выгоднее будет лежать на вашем столе. Поэтому, предоставляя кошке вот ее альтернативные места, где ей можно все-таки лежать, ориентируйтесь на то, почему она выбирает стол. То есть, если это действительно для нее место наблюдения, место для лежания, место, чтобы погреться на солнышке, то учитывайте места, где вы будете делать для нее вот эти полки, чтобы они были такие же привлекательные, как и стол. Если она залазит на ваш стол, чтобы там полакомиться, потому что вы постоянно оставляете там тарелку после еды. Да не провоцируйте. Да, печеньки там лежат, которые кошка тоже может погрызть. То, да, проще всего убирать еду, если она ради еды туда прыгает. А все кошки-воришки, для них это как бы охота? Нет, есть кошки, которые вот действительно такие, я бы их назвала жруны, и вот им что не дай, они все готовы съесть, хотя и корм в доступе всегда, и все, но вот им вот прям вот это нравится, они любят попробовать новенькое, а есть кошки такие консервативные очень, они такие, нет, если это не мой корм, я это не буду. Но если кошка подворовывает еду с тарелок, забытых на столе, то отучить невозможно, это ее характер, да? Воровать? Да. Тут проще всего не допускать это поведение, да. То есть делать его недоступным, то есть не оставлять тарелки вот эти на столе. А еще вот поведенческая история, если кошка куда-то прыгает, куда мы не хотим, чтобы она прыгала, действительно можно так делать? Или это жестокое и с точки зрения зоопсихологии неправильное поведение прыскать на нее? Или это наоборот правильнее, чем там ругать ее, например? Смотрите, если бы это было жестоко, то... Скорее всего, вам достаточно было бы прыснуть на кошку один единственный раз. И больше она бы туда не прыгала, потому что для нее это было бы действительно жестоко, больно, неприятно и так далее. То есть, по сути, мы когда используем пульверизатор, мы же его используем как наказание. Угу. А что такое наказание для кошек? Чаще всего это, ну, эффективное, я имею в виду. Это не значит, что я... говорю о том, что надо кошек наказывать, я против того, чтобы их наказывать именно особенно негуманными какими-то методами, но самое эффективное для кошек наказание – это боль, как и для любого другого живого существа. Чтобы... Но боль причинять мы ведь не хотим. Да, да. То есть я к тому, что пульверизатор – это наказание с недостаточной силой, и поэтому оно работать не будет. Особенно для тех кошек, которые не боятся воды, например, им наоборот вообще может быть весело, что вы обращаете на них внимание. А в жаркий день так да. Вообще душ. Да. Есть даже видео такое, я недавно видела в интернете, где девушка брызгает своего кота из пульверизатора, а он такой все подходит и начинает просто из него пить в итоге. Ну, то есть тут все очень индивидуально. И когда мы говорим про наказание, чаще всего и самое эффективное наказание – это те, которые делают больно. Мы не хотим делать кошке больно. Но чему вы учите кошку, используя пульверизатор, если ей вода неприятна, да, ну просто она не вызывает боль. Вы учите то, что при вас это делать нельзя, а без вас можно, потому что кошка знает, что вы брызгаете на нее водой, когда она залазит на стол. Пульверизатор сам не ходит. Да, то есть и, соответственно, она знает, что, ага, вас нету дома, никто на нее не будет брызгать, значит, можно на столе полежать. Вы приходите домой вечером, а у вас шерстинки на столе, как бы улики, да, что кошка все-таки здесь была. Я не люблю пульверизатор еще за то, что все-таки это снижает степень доверия к человеку, потому что кошке все равно неприятно, что вы на... Ну, может быть, не всем кошкам, но большинству будет неприятно, что вы на нее брызгаете водой, и она меньше будет вам доверять, меньше желания будет с вами общаться, как-то подойти к вам, потереться об вас, пообниматься и прочее. Хотя некоторым кошкам это не мешает. Некоторые кошки настолько устойчивы к такому неприятному воздействию, что они именно вот определяют, вот, что вы брызгаете именно в этой ситуации, а в других ситуациях вы ведете себя, ну, адекватно с точки зрения кошки. Да, с вами можно подойти и поласкаться. Но есть кошки, которые прям будут... Обижаться. Прям не то, что обижаться, они не умеют обижаться, они просто будут генерализировать этот опыт на все остальные ситуации. То есть они знают, что, в принципе, да, вы способны брызнуть, и кошка все время будет настороже. А вот, а вдруг сейчас вы тоже будете брызгать, и вот она будет вас немножко так вот бояться и сторониться. А как же тогда вот отучать от каких-то таких вещей, которые изменить невозможно? Ну, например, новогодняя елка. Каждый год появляется бесконечное количество видео в интернете. Каждый, у кого есть кошка, знает, что все равно она
И хорошо, если она просто там шарик нижний снимает и катает. А ведь многие кошки и лазают, и роняют, и самих себя ранят, и битые шарики. Это все неприятно. Вот как отучить от чего-то, что изменить нельзя, но что нужно бы изменить? Смотрите, здесь я вообще не люблю слово «отучить», потому что мы тогда концентрируемся на конкретной проблеме, и когда мы исходим от этого слова, вот мы как раз начинаем использовать все вот эти вот средства, типа брызнуть на кошку из пульверизатора, помазать где-то что-то какой-то мазью горькой или там какие-то острые духи, это, ну, использовать, чтобы отпугивать кошку запахом. Это все негуманно с точки зрения... лимон. Да-да-да, это все негуманно с точки зрения кошки, я поэтому вот не люблю это слово. И здесь нужно исходить из того, что как вот научить кошку не трогать елку, допустим, да, в новогодний период. А, во-первых, надо сказать, что в любом случае, даже если вы уверены, что ваша кошка никогда не будет интересоваться елкой, она должна быть безопасна с точки зрения кошки. Она не должна иметь возможность от нее что-то откусить, съесть, не дай бог наесться этого дождика, который очень опасен для кошек, потому что клиники после Нового года забиты кошками. Ну и собаками тоже. Вот. Нам надо подумать, а что у нас происходит весь остальной год, когда нет новогодней елки дома. Вот смотрите, если бы у вас эта новогодняя елка стояла бы круглый год, кошке бы до нее не было дела, скорее всего, потому что это стал бы таким, ну, обыденным бытовым предметом, который не представляет никакого интереса. То есть кошки как дети, в том числе, например, если мы ей даем игрушку, она в какой-то момент ей надоедает. Да, да, она может ей... Ну, она просто будет как обычный повседневный атрибут, она будет это воспринимать. То же самое, такая ремарка про переноски, например, да. Кошки многие боятся поездок, стоит только достать переноску из шкафа, потому что обычно владельцы прячут переноски, чтобы они не мешались. Вот как только ты его достал, все, кошки на пятки засверкали, она убежала, спряталась под диван. Вот, а если мы сделаем переноску повседневным атрибутом, то кошка меньше будет бояться. Ну, это такое отступление. Я не к тому, что нужно елку круглый год весь год. Да. Я просто к тому, чтобы мы задумались о том, что насколько же все-таки в объединенной среде живут наши домашние кошки, что вот даже появление, ну, казалось бы, небольшой какой-то елки вызывает у них дикий восторг, желание по ней полазить и всячески с ней поиграть. Ну, елка вызывает восторг не только у кошки, но и у нас у всех. Поэтому тут важно весь остальной год создавать кошке Диснейленд, чтобы ей было всегда интересно, чтобы у нее были всегда какие-то предметы, которые то появляются, то исчезают, чтобы ей всегда было интересно, чтобы у нее вот были насыщенные будни, чтобы она могла и поиграть, и полежать, и за окном там за птичками, например, понаблюдать, если ей это нравится. Конечно, если ваша кошка живет в четырех стенах, где у нее ничего там нету, кроме ее лотка и мисок, соответственно, конечно, для такой кошки елка, она станет просто чем-то таким необыкновенным, к чему будет хотеться тянуться. Плюс еще такой момент, елки тоже бывают разные, и ранее просто я участвовала в изготовлении кота-елки. Возможно, да, возможно, вы найдете что-то подобное, потому что все друг с другом повторяют, все равно производят, в общем, всякие такие штуки для кошек. Может быть, что-то найдете, потому что самый простой способ, на мой взгляд, сделать так, чтобы елка была для кошки безопасна, и при этом она могла как-то с ней взаимодействовать, если это хочется, это сделать кошку украшением этой елки. И это такая деревянная прям елка с уровнями, где кошка может лежать. А если у вас несколько кошек дома, они там разложатся очень красиво. И при этом там есть такие специальные крючочки, где, да, можно зацепить какие-то шарики, повесить там гирлянду, чтобы она светилась, все это красиво, чтобы было. Вот, на мой взгляд, для кошек это вот прям... Да и для человека, для кошатника, наверное, это тоже очень... И детям будет интересно такое. И детям, кстати, тоже нестандартная такая елка, да. Так, о поведении кошки... Договорились, что мы ей разрешаем, что нет, чтобы лишний раз не ругать животное. Что еще мы должны помнить, собираясь привести котенка в дом? Есть еще какие-то моменты? Ну, если мы говорим, да, про то, что мы заводим котенка в дом, где живет ребенок, то важно помнить следующее, что постоянно надо ребенку показывать своим собственным примером, как общаться с кошкой. Потому что даже если вы ему это проговорили, но не показали, мне кажется, что это будет для ребенка не очень эффективно. То есть ребенок будет учиться у вас. Если вы кошку обижаете, если вы ее шугаете, как-то кричите на нее, то ребенок будет за вами повторять.
соответственно, если вы будете, наоборот, ее правильно гладить, правильно брать на ручки, правильно играть, тогда ребенок будет это за вами повторять. Наверное, вот в семью, где ребенок есть, тут постоянно нужно будет держать себя на контроле, в том смысле, что все, что вы делаете с кошкой, это будет повторять за вами ребенок. А еще, наверное, нужно смотреть не только за кошкой, но еще и за ребенком, как он в какой момент с ней общается. Что нужно объяснить ребенку, чего нельзя делать с кошкой? Обязательно. Здесь еще важный момент такой. Если ребенок маленький, ну, как мне кажется, лет, наверное, до 7, не стоит оставлять вообще наедине кошку и ребенка. Так долго? То есть, может быть, дети разные же тоже есть. Вот, это я так в среднем говорю. Вот, потому что если мы оставляем наедине там, маленького ребенка и кошку, они могут друг другу навредить, сами того не желая. Кошка где-то может что-то испугаться, прыгнуть, случайно поцарапать. Ребенок может тоже случайно схватить там как-то, ну, потому что он еще не до конца чего-то понимает. Вот, поэтому вот здесь очень важный момент — не оставлять один на один кошку и ребенка. Это точно совершенно. Честно говоря, в плане того, что вот делать нельзя, я не знаю, насколько вот это правильно, потому что, как мне кажется, наоборот, когда ты ребенку что-то запрещаешь, когда ты акцентируешь на этом внимание, что вот ему нельзя, ну, ему становится интересно, да, почему это можно. Тогда по-другому. Вот объяснить ребенку, что кошке неприятно. Вот что кошке особенно неприятно, потому что ребенка, если он любит животное, он и не станет делать неприятно. Мне кажется, на это стоит обращать внимание, наверное, если возникает какая-то конкретная ситуация. То есть, если эта ситуация не возникла, то, наверное, и не стоит об этом говорить. А чего кошки не любят, вот, в принципе? Ну, мало какие кошки любят, когда их хватают. Вот кошка идет по своим делам. Ее схватили, куда-то понесли, зажали, поцеловали. То есть такое вот мало какие кошки любят. А кошки любят предсказуемость. Почему очень сложно порой дети и кошки уживаются вместе? Потому что дети менее предсказуемы, чем взрослые. И тут вот, честно говоря, сложно мне как-то представить себе, что ребенку можно объяснить, вот, будь предсказуемым для кошки. Нет, здесь просто показывать, как надо гладить кошку. Вот, как ее можно взять на ручки, в каких ситуациях ее можно взять на ручки. Смотрите, здесь первое, чему нужно учить ребенку, если этот ребенок уже более-менее там что-то понимает, когда вы ему говорите, научите ребенка смотреть за кошачьим хвостом. Это будет его собственный кошачий словарик, при помощи которого он будет понимать, что да, сейчас как бы можно погладить кошку, а сейчас как бы лучше не надо, потому что хвост кошки — это первое, чем кошка сигнализирует, если ей вдруг что-то не нравится. Например, если кошка лежала, никого не трогала, вы подходите, начинаете ее гладить, и она резко начинает махать хвостом, при этом она вас не кусает еще пока, она пока там может как-то даже лежать и где-то что-то подставлять, как вам кажется, какие-то свои части тела для того, чтобы вы ее почесали, но при этом вот ее хвост, он такой вот с высокой амплитудой туда-сюда ходит, либо даже если кончик хвоста так нервно подергивается тоже. Вот мы обращаем на это внимание, и если вот вы начали гладить, и вот такая ситуация возникла, нужно перестать гладить, иначе в следующую секунду вас кошка укусит. Вот это ребенку надо объяснить, что, может быть, даже показать на конкретной ситуации, вот прям подойти к кошке, начать гладить, вот видишь, она начала хвостом, вот так делать не надо, так делать дальше, потому что ей не нравится, и она тебя укусит, либо она от тебя убежит, ты же не хочешь, чтобы кошечка от тебя убегала, ты же хочешь, чтобы она с тобой дружила, например, вот, показать ситуации, в которых кошка не настроена, например, гладиться, потому что, наверное, первое, что хотят делать дети, не все, но большинство, это вот именно тактильно взаимодействовать с кошкой. Но когда вы берете в дом именно котенка, вот котенок — это то существо, которое, он если не спит, он играет. Если он не играет, он спит. Все. Другого не дано. Вот с котятами очень сложно тактильно взаимодействовать, потому что они чаще всего хотят играть. И они начинают кусать ваши руки, другие части тела и так далее, просто потому что вот у вас не совпадают потребности у котенка это играть, у вас тактильно взаимодействовать. И вот первое, что нужно объяснить ребенку, что с котенком мы только играем. Мы можем его погладить, когда он такой сонный, уже вот засыпает. Вот тогда да. Или когда он уже спит. Или когда спит, тихонечко, когда немножко погладить можно, но опять же объяснять ребенку, что не стоит тревожить кошку, когда она спит.
потому что иначе у кошки появится потребность спать где-нибудь в суперукромном месте, где вы ее не найдете, где вам ее не достать, а если вам надо куда-то ехать, а если вам надо ей таблетку там дать, например, и так далее, да, то, ну, будет довольно сложно. Поэтому не стоит кошку вот так вот провоцировать на то, чтобы у нее появлялась потребность прятаться. Значит, вот подытожив, да, чему нужно объяснить ребенку, языку хвоста кошачьего объяснить, вот что если хвостик начинает дергаться, сильно вилять, то тогда кошку гладить не надо, она может укусить. Научить играть. Если вы берете котенка, сразу готовьтесь к тому, что надо учить ребенка постоянно с котенком играть, потому что гладить его, скорее всего, будет очень проблематично. Ну, вот я говорю, это только в периоды, когда он такой полусонный. И это две основные такие вещи, мне кажется. А есть какие-то сигналы ушками, усами, которые говорят о том, что кошка в настоящий момент не хочет, чтобы ее трогали? Да. Когда уши, скажем так, тут тоже нужно еще контекст ситуации анализировать, потому что кошки часто, когда играют в охоту, они вот ушами тоже, они могут их в бока вот так разводить или назад уводить. И это при этом идет процесс игры, это совершенно нормально. Но если кошка начинает ушами вот в бока их или назад делать в момент, когда вы хотите ее погладить, тут тоже нужно смотреть, какая ситуация. Тут либо кошка хочет играть, и она воспринимает вашу руку или руку вашего ребенка как игру, и она начинает вот это, уши отводить свои, готовиться к нападению. Либо ей страшно. Но, как правило, если ей страшно, она будет еще зажиматься в целом. Такая, либо наоборот становиться больше, пилоэрекция будет, то есть это вот, как это сказать, шерсть, когда она дыбленная, да. Вот. То есть по-разному будет. И она может еще рычать и шипеть. Как правило, такая кошка, у которой вот уши начинают, тут подключаются еще какие-то другие сигналы. Поэтому нужно оценивать контекст ситуации. Чаще всего обычные домашние социализированные кошки все-таки показывают хвостом свои какие-то потребности. Вот я хочу, чтобы ты меня гладила, вот не хочу. Например, когда кошка идет такая, у нее хвост вверх, и немножечко кончик загнут в какую-то сторону, вот как знак вопроса, как будто бы. А эта кошка дружелюбно настроенная, скорее бы... Этот... Идет, чтобы ее погладили. Она идет, скорее всего, целенаправленно к вашим ногам, чтобы о них потереться. У многих родителей есть опасения, когда речь заходит о том, чтобы завести котенка, что кошки мстительные, и что если ребенок сделает что-то кошке больно, может быть, ненарочно, да, что она потом может отомстить. Это так или нет? Нет, кошки не мстительные животные. Они не умеют мстить, они не умеют обижаться, они не умеют строить каких-то коварных планов мести. Как бы нам этого не хотелось, конечно, чтобы кошки были настолько умными, но, к сожалению или к счастью, это не так. Потому что, в первую очередь, это животные, и они живут, ориентируясь на свои инстинкты. И вот как раз-таки, если мы понимаем, почему кошка повела себя так или иначе, когда мы это действительно понимаем, почему кошка написала в кроватку ребенка, например. Вот когда мы действительно понимаем, почему она это сделала, нам проще решить проблему. Но если мы думаем, что она мстит, у вас проблемы будут расти как снежный ком, потому что кошка не мстит, она действует исходя из своих инстинктов. Каждый родитель желает знать. На этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в студии была Анна Орлова, замечательный знаток поведения кошек, зоопсихолог и переводчик с кошачьего, автор популярного блога «Я знаю, о чем мурчит твоя кошка». Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о наших четвероногих друзьях. Вот уже несколько тысяч лет как человек приручил кошку, которая гуляла сама по себе. А надо ли с ней гулять в наше время? Узнаем об этом завтра. Так же, как и о том, какие кошачьи болезни могут быть опасны для детей и как научить мальчишек и девчонок правильно кормить и поить питомца. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз послушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.
Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.